предыдущей части. Послушай, Эцио, вот что мы сделаем. Я со своими людьми отвлеку стражу. Как только мы начнем сражаться, переберись через стену и придумай, как открыть ворота. Возьми эти метательные ножи. Используй их против лучников. Я готов. Начнем. Тогда начнем. Итак, слушайте. Вьери, ты остаешься здесь и командуешь Мерчинари. Франческо собирает наших людей в городе и сообщит, когда придет пора удара. Якопо, твоя задача — успокоить горожан, когда все закончится. А этот убракон и Марио? Он продолжает досаждать. Боюсь, он разгадает наши планы. От него одни неприятности, как и от его брата-ублюдка. Отец позволит отправить его к братцу? Когда закончим, у нас еще будет время, чтобы разобраться с этим Рефьюти. Так, еще вопросы есть? Небен, да направит тебя отец понимания. Да направит тебя отец понимания. Команданте! Команданте! Что? Марио Аудитори пробрался в город! Он ищет вас! Так не заставим его ждать. Вот он, наш компионе Эцио. Да здравствует Эцио! Я вижу, вы не теряли времени и стали праздновать. Почему бы и нет? Ты оказал нам большую услугу, малыш. Вьери мертв, и теперь в Ла Тоскана вновь будет мир. Знаешь, что это значит? Баста лаварари. Си пасо тутто иль джорно а бере. Путане! А что, правда? Эцио, давай пройдемся. Да, дядя. Паца работает на некоего испанца. Это Родриго Борджа. Один из самых влиятельных людей во всей Европе. Предводитель ордена тамплиеров. Значит, именно он виноват в смерти отца и братьев. Да. А при случае он постарается убить и тебя. Значит, мне все равно придется сразиться с ним. Но только после того, как мой меч сразит остальных тамплиеров. Последую списку отца. Куда ты отправишься теперь? Во Флоренцию. Франческо Пацца разделит участь своего сына. Звучит разумно. Не сомневаюсь, враг замышляет недоброе. Ладно, хватит на сегодня о грустном. Если понадоблюсь, я буду у себя в кабинете. Нужно прочитать письмо, которое дал дядя. Мессер Франческо, я поговорил с вашим сыном. Знакомо, да? Страницы кодекса. Да, твой отец нашел и перевел несколько страниц незадолго до... Вот.
Тут потрудился не твой отец. Перевод сделал некто другой. Леонардо да Винчи, мой друг. Видишь, как слова переходят с одной страницы на другую? За всем этим что-то скрыто. Какая-то карта. И куда она должна привести? Нам с твоим отцом удалось разобрать на этих страницах отрывки из пророчества. Его записал один ассасин, которому когда-то принадлежала частица Эдема. Его звали Альтаир. Он говорил, что под землей спрятано нечто древнее и могущественное. И что же? Верно. Мы собираем эти страницы именно для того, чтобы разгадать эту загадку. Позволь, я помогу. Пришло время продолжить дело отца. Мое дело. Я начну со страницы, которую забрал у Вьери. Леонардо расшифрует ее. Бенни, возвращайся, когда будет время, и мы повесим ее на стену. Так, и что он делает? Bye-bye!
Заходите все, кому нужна помощь. Значит, в другой раз. Удачи! Изделие из металла! Если понадоблюсь, приходи. Привет, Клаудия! Наш дядя просто козел! Это возмутительно! Что случилось? Он заставляет меня работать! Если бы отец был жив, он бы этого не допустил! На каких же условиях дядя тебя, так сказать, поработил? Поскольку кто-то захотел, чтобы мы остались здесь, Марио решил, что мы должны найти деньги на ремонт виллы. Беда в том, что денег нет. Я могу добыть немного денег. А, отлично. Значит, меня ждет еще больше работы. Бениссимо. Когда ты начнешь восстанавливать город, я буду делать записи обо всех работах и платежах. И еще обо всем, что ты принесешь в дом. Мне все равно нечего делать. Если ты приведешь этот город в порядок, здесь начнут останавливаться путники. Но кто поедет в такую глушь? А уж если поедет, то заработанное золото я буду складывать в этот сундук. Ты должен лично брать его и передавать в банк, иначе сундук наполнится, и я не смогу класть туда деньги, и заберу их себе. Понятно? По рукам. Бонжорно. Что-то не так? Марио нанял меня навести здесь порядок, но я архитектор, а не чудотворец. Чтобы отремонтировать эти здания, нужны деньги. А если кто-нибудь даст тебе денег? Тогда я берусь за дело. Ты должно быть Эдсо. Я прав? Дядя, мне нравится этот архитектор. Он становится очень внимательным, когда чует деньги. Как же мне работать без денег? Вот мои расчеты стоимости. Приноси деньги, говори, что нужно сделать, и я тут же примусь за работу. Если я построю лавку, то ты, как землевладелец, сможешь покупать в ней товары со скидкой. Вложишь больше денег, больше будет и скидка. Что же касается ремонта зданий, о, ты вдохнешь новую жизнь в город и виллу. Марио говорит, что это очень много значило для твоего прапрадеда. После постройки лавок и ремонта в город станет приезжать больше людей, и твои доходы увеличатся. Итак, посмотрим на мои проекты. Бон Вяджо! Эдсо, мальчик мой, пришло время кое-что показать тебе.
Это святилище. Мой прадед построил его, чтобы хранить тайны Ордена Ассасинов. Посмотри вокруг. Это ассасины, которые защищали человечество, когда ему угрожала опасность. А это доспехи Альтаира. Мы мало знаем о его жизни, но его броня очень легкая и прочная. Я бы отдал ее тебе, но не знаю, как ее достать. Прадед говорил, что доспехи останутся под замком, пока не станут целыми все их защитники. Ходят слухи о том, что эти шестеро были похоронены в гробницах, полных сокровищ в разных частях Италии. Возможно, они как-то связаны с этой загадкой. В дни моей юности я сам их искал, но безуспешно. Может, тебе повезет больше, чем мне? Тебе нужно добыть эту броню, чтобы полностью синхронизироваться с Эцио. Эцио, ты еще жив? Ну надо же! Видно, последние пару лет тебе сопутствовала удача. Но вижу я, ты сильно изменился. Я надеялся, что ты поможешь мне в одном деле. Для тебя все что угодно. Ха-ха! Ты нашел еще одну? Невероятно! С этой будет нелегко. Тут воспользовались древними языками. Умно. Может, если я... Похоже, это своего рода руководство для убийц. Я взгляну? Постой, что это? На этот раз это не чертеж, а просто несколько рисунков. Как же в этом разобраться? Ха-ха! Ну, конечно! Почему бы и нет? Вот это мысль! Можешь его сделать, пока я осваиваю приемы из этого руководства?
Забирай. Я прикажу помощнику поставить несколько манекенов, чтобы ты мог потренироваться. Эй, Винченцо! Привет. У меня вышло. Иди сюда. Посмотри. Возьми ее. Испытай. Спасибо, Леонардо. Нон чедеке. Мне нужно кое с кем повидаться, пока я здесь. Но я не могу сделать это на публике. Ты не знаешь, как бы мне... Ла Вольпе. Лис? Каписко. Не знаешь, где здесь водятся лисы? Возможно, недалеко от Меркато, где живут воры. Статенто, амико. Мои товары даже лучше, чем миланские. У меня самые модные. Я самый быстрый в наших краях. Но говорят, что и ты хорош. Готов это доказать?
Помощь! Стража! Убийца! Эй! Остановись, или я сам тебя остановлю! Что такое? Слезай, или я тебя сброшу! Мое место в канале среди мусора!
Вылезай, кретин! Thank you.
Ладно, идиот! Убирайся и туда, быстрее! Стой! Сани, парни! Прочь с дороги, вот он! За ним! Вы сейчас сорвали!